Девчонки, мальчишки, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами будем готовить такой деликатес, как морские гребешки. Это у нас морепродукты, от слова морские. Для этого нам понадобятся сами гребешки. Их нужно промыть, очистить. Но, я так понимаю, они уже чищенные, потому что я первый раз их готовлю. И нужно обсушить их полотенцем каким-нибудь, либо салфетками, чтобы они были сухими. А потом один зубчик чеснока, немножко лимонного сока, оливковое масло и петрушка. В какой-нибудь емкости мы смешиваем 2 столовые ложки оливкового масла. Я добавила 2,5, потому что у меня здесь чуть больше гребешков, чем 6 штук. И петрушку. Петрушку там почему-то по рецепту написано 150 грамм, но я добавляю на глаз. И все это тщательно перемешиваем. И в этой смеси мы обваливаем наши гребешки. Я еще чуть присолю морской солью, хотя этого тоже не сказано в рецепте. И оставляем на 30-40 минут промариноваться. После того, как наши гребешки промариновались 30-40 минут, мы их обжариваем на сковородке, а буквально по 1,5-2 минуты с каждой стороны, и не больше, иначе они приобретают резиновую консистенцию. Я буду обжаривать на сливочном масле, потому что я так думаю, что будет вкуснее. Девчонки, мальчишки, наши гребешки готовы. Я просто их выложила на тарелочку и полила тем соусом, который остался от жарки. Немножко попробовала, еще не совсем поняла, понравились они мне или нет, но очень сильно напоминают мясо кальмара. Все, я надеюсь, вам было полезно это видео, и вы попробуете тоже их приготовить. Я с вами прощаюсь, до новых встреч на моем канале, всем хорошего настроения, пока-пока.